Здравствуйте! В эфире мобильный репортер «Хакасия». Программа, которую мы делаем вместе с вами, нашими зрителями. Корреспондентом может стать любой желающий. Достаточно снять на видеокамеру или мобильный телефон интересное видео и отправить его нам. Ваш репортаж увидит вся республика. Меня зовут Константин Кравцов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Сотрудники ДПС – супермены. Стражи порядка догнали нарушителя-автомобилиста на своих двоих. Новогодние утренники в детских садах. Подводим итоги самых смешных видеороликов уходящего года. И, как всегда, в кадре детки. Сегодня в мобильном репортере малыши, скалолазы, рыцари и повара. Абсолютным рекордсменом на этой неделе стал видеоролик о наших доблестных стражах порядка. Казалось бы, очередная рядовая погоня на патрульной машине. Но каков финал? Сотрудник полиции догнал нарушителя на автомобиле бегом. Не просто догнал, а сумел на ходу заскочить в УАЗик, остановить его, выскочить и продолжить погоню за подозреваемым уже в равных условиях. Видео за 4 дня набрало более 2,5 миллионов просмотров. По всему миру любопытно, но в комментариях россиян сплошная ирония. Дескать, не нужны полиции машины, пускай бензин экономят. И так работают. А, например, зрители США восхищаются нашими полицейскими, говорят, что американские стражи вообще не способны бегать и, скорее всего, просто бы открыли стрельбу по убегающему. А герои нашего следующего видеоролика решили внести свой вклад в укрепление дружбы между славянскими народами, украинцами и русскими. Ольга Степанова прислала видео «Хохлушки». Действие, по всей видимости, происходит в местном сельском клубе. Артисты исполнили зажигательный хохлядский танец и сорвали бурные аплодисменты. Автор этого видеоролика явно обладает талантом дрессировщика. Своего четвероногого друга он научил очень полезной, особенно в сибирских условиях, команде. Звучит она так: «Мухтар, чисти снег». Этого пса учить убирать снег бесполезно, просто осадков выпадает столько, что бороться с ними невозможно. Совсем скоро в детских садах будет дан старт новогодним утренникам, и интернет снова полнится новыми забавными роликами танцующих зайчат, бельчат, Дедов Морозов. А пока предлагаем вашему вниманию самое популярное видео уходящего года. «Чокнутая белочка» – так назвал свой видеоролик мобильный репортер. На самом деле белочка совершенно очаровательна. И хотя ее выход на сцену никто не объявлял и не планировал, внимание было приковано исключительно к ней. Без мальчиков-зайчиков. Такое ощущение, что родители этих детей соревновались, чей танцор дольше выдержит. Первый заяц сдался уже на 24-й секунде, заплакал и ушел. А вот крайний справа явно был готов к танцевальному марафону и недоумевал, когда музыка закончилась. Воспитанникам этого детского сада явно повезло с Дедом Морозом. Развлекать зимнего волшебника стихами и хороводами не пришлось. Дедушка сам исполнил зажигательный танец народов мира. В движениях угадываются и русские народные корни, и немного африканских ноток. Не обошлось и без латиноамериканских мотивов. В итоге танцующий Дед Мороз набрал более 1,5 миллиона просмотров. И, как всегда, в конце выпуска наша рубрика «Дети». Юлия Минкина из Абакана поделилась видео, где ребенок проявляет свои поварские таланты.
Малыш решил сварить себе полезный молочный обед. В детском горшке процесс приготовления оказался настолько захватывающим, что в ход пошла уже вторая пачка кефира. Остается позавидовать выдержке оператора. Скорее всего, это была мама. А здесь родители решили сделать из малыша спортсмена. Включили в компьютере мультфильм и не давали его смотреть. Возможно, метод тренировки несколько суров, зато в течение минуты малыш подтянулся около 10 раз. Папа этого малыша, скорее всего, поклонник известного фильма «Неуловимые мстители». Малыш с этим шедевром советского искусства, конечно, еще не знаком, но, судя по довольному виду, не прочь попрактиковаться в фехтовании. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и нашем сайте. Пожалуйста, не забывайте оставлять контакты. Кроме того, присоединяйтесь к группе «Мобильный репортер Хакасия» во всех популярных социальных сетях. Смотрите нас каждую субботу на канале «Россия-1» в 10.50 и на канале «Россия-24» в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся!